Приветствую вас, поскольку вы не написали, в каком ключе хотели бы решать проблему, то есть хотите ли вы расстаться или наоборот хотите сохранить отношения, то попробую исходить из обоих вариантов. Значит, если какой-то вариант вам не подходит, то есть если вы, допустим, считаете, что расставаться вы не хотите, то видео до конца рассматривать, конечно, не нужно. Если оба варианта вам интересны, то послушайте, может быть, вам что-то понравится и поможет. Итак, начнем мы, пожалуй, с того, что вы хотите отношения сохранить, потому что в противном случае, думаю, расстаться было бы просто. А поскольку у вас с мужчиной сложились определенные уже отношения, и вы давали ему прецедент относительно того, что простите ему любые его выходки, даже браки, то есть, по сути, простите ему то, что он поднял на вас руку, то, думаю, мужчина просто уже не относится серьезно к вашим словам, и словами здесь объяснить ему что-либо уже возможности как таковой, я думаю, что нет, потому что все-таки человек либо изначально прислушивается к своей женщине, либо нет. И ваш мужчина этого не сделал, к сожалению, он не прислушивался к вам, а теперь словами ему ничего не доказать. Чтобы показать, что вам действительно важно то, что вы говорите, то, что вот вы хотели, чтобы показать ему, что его слова действительно вас задевают и задевают сильно, нужно совершить поступок. И поступок этот заключается в том, чтобы сказать ему: дорогой, давай на время раззанимся, побудем раздельно, я хочу переосмыслить отношения, потому что мне не нравится, как они развиваются на данный момент. И, пожалуй, очень важно, чтобы в данном случае вы мужчине четко обозначили, озвучили, написали то, что вам не нравится, то, что вас печалит, раздражает и так далее. И сказать, что, дорогой, вот эти моменты меня не устраивают, я не хочу с ними мириться, я тебя, допустим, люблю, но я понимаю, что если я буду с тобой дальше жить, я просто-напросто сама себя сломаю, чего я не хочу, потому что все-таки самоуважение и самооценка для меня важнее, а ты это все разбиваешь вдребезги. Соответственно, если мужчина вами дорожит, если мужчина просто забудился, стал жертвой бытового общения, так скажем, то вот подобный разрыв, пусть и на время, его отрезвит, он переосмыслит, так же, как и вы, свои ценности, и в результате этого начнет что-то делать, чтобы вас вернуть. Потому что будет реально возможность потерять вас. И если человек не хочет вас потерять, если он чувствует, что вы нужны ему, если у него, соответственно, есть какие-то чувства к вам, то он обязательно вернет вас. Он будет стараться вас вернуть. Это факт. И факт достаточно определенно. Если этого не последует, и если мужчина не будет стремиться вас возвращать, и напротив, у него будет обвинение в ваш адрес и негатив, и агрессия, значит, чувств у него к вам нет, и вы ему нужны просто для своего статуса, для каких-то его личных целей, и он даже в мыслях не допускает, каким образом вы могли бунтоваться против него. Соответственно, такие отношения ничего хорошего вам не дадут, и потому держаться на них не стоит. Что же касается расставания, то тут нужно понять так, для чего вы с этим мужчиной вообще находитесь, ради чего вы терпите то, что вам приходится терпеть, как вы к нему относитесь, любите ли вы его или нет. Если это любовь, то что это любовь? Потому что пока получается так, что вы с ним по непонятной причине. Вы его вроде бы как не любите,
но при этом вы с ним и терпите все то, что он вам доставляет. Это не есть хорошо, не есть правильно. И понимание своих ощущений, понимание направленности своих чувств даст вам лучше понять, собственно, ради чего вы с этим человеком находитесь и ради чего вы вот это все испытываете на себе. Соответственно, если он вам нужен также для каких-то своих целей, то есть если вы любите не его, а он вам необходим для осуществления, удовлетворения своих потребностей, то нужно понять предмет этих потребностей для того, чтобы удовлетворить их самостоятельно, тем самым стать независимым партнером в отношениях, дабы в будущем подобные ситуации не повторялись. Если вы по какой-то причине считаете, что другие мужчины не обратят на вас внимания, то нужно работать с самооценкой, самоуверенностью, выяснять причины заниженного уровня этих категорий и повышать их путем постановки перед собой определенных целей и выполнения задач. Как только вы поймете, что свои потребности вы можете удовлетворить сами, вам яснее будет представляться то, как вы относитесь к мужчине. И если то, что останется после удовлетворения ваших потребностей, нельзя будет назвать любовью с вашей стороны, то таким мужчиной нужно расстаться и расстаться совершенно свободно, потому что пока вы с ним, вы, по сути дела, вредите себе и не даете себе развиваться и жить полной жизнью. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Лучшим буду благодарен.